Доброе утро, меня зовут Вячеслав Горбатов, я шеф-повар. Настало время правильного завтрака. Сегодня мы приготовим салат из свеклы с кунжутом и кашу из хлопьев. Из продуктов понадобится спеченная свекла, кунжут, масло кунжутное и смесь злаков. В первую очередь приготовим кашу из злаков. У нас смесь 6 злаков. Воду доводим до кипения, добавляем сразу в нее соль. Печеная свекла нарезаем кубиком. Затем ее надо будет приправить кунжутным маслом, соком лимона, соевым соусом и посыпать семечками кунжута. Вода уже почти закипела. Завтрак крайне простой, но, тем не менее, довольно сытный за счет хлопья, за счет злаков. Масло самого кунжута даст утренний заряд бодрости. Хлопья всыпаем в закипевшую воду, добавляем сливочное масло, все размешиваем, нагрев выключаем, накрываем сверху тарелкой, чтобы оно запарилось. Все, тем временем делаем салат. Вместо соли у нас будет использоваться соевый соус, поэтому подсаливать ее не надо. Свекла, соевый соус, кунжутное масло и сок лимона. Размешиваем. Оставляем немного промариновать. Итак, каша готова. Выкладываем ее в тарелку. Переварить ее не надо, чтобы она совсем была жидкая. Чтобы максимально сохранилась текстура. Рядом кладем салат. Внизу стек сок, лишнее масло, лишний соевый соус, который нам не нужен. Его можно потом использовать в дальнейшем для других салатов. Посыпаем кунжутом жареным. Правильный завтрак готов. Еще больше рецептов смотрите в программе «50 рецептов первого» на Беларусь 1. До новых встреч!